Привет, мои дорогие. Привет! Коротко о главном. Смотрите, какой у меня красивый крест. Значит, я, если честно, на меня произвело какое-то неизгладимое впечатление пара событий вчерашних, которые слепились в какой-то сумасшедший клубок и не давали мне спать всю ночь. Я уже была на грани, съесть какое-нибудь снотворное. Вреднючая. Я это не сделала, поэтому спала часа три. Вообще, в моем, чтобы вы понимали, Париж мой любимый город. Я в нем была миллион миллиардов раз, возила туда недавно сына. Я считаю, что это действительно, при всей любви к Москве, лучший город на Земле. То есть сочетание архитектуры, истории, людей. Я обожаю французов. Раньше мне казалось, что они дурацкие снобы, а потом я их поняла, и они, вот их степень какого-то гражданского сознания, их вкус, их умение жить, их умение кайфовать, их умение быть самими по себе. Я фанат, просто фанат французов, Франции, Парижа. Я не очень детально знаю Францию саму, но Париж я знаю очень хорошо. И вот я вам говорю, когда мой сын на прошлый день рождения сказал: «Мам, хочу в Париж», мы полетели в Париж, собственно говоря. И я в шоке вообще от того, что сгорел Нотр-Дам. И для меня это какое-то абсолютно демоническое знамение. Сгорел он, собор горел в Великий Понедельник. И, в общем, я не знаю, я впечатлилась. То есть на меня давно не производят впечатления там фильмы ужасов, всякая лабуда. А это на меня произвело вдруг какое-то впечатление. Я даже не посмотрела «Игру престолов». Вот. Представляете? В общем, я не знаю, в каком-то немножко оцепенении. Значит, и вообще вчера какой-то такой день. Очень-очень много Албарисны, конечно. С днем рождения ее, все понятно. И до сих пор лучше. Нотр-Дам. What the fuck? Вообще не понимаю. Серия «Игры престолов». Ну, в общем, какой-то странный микс глобальных медиа и не только медиа-событий. Вот, поэтому я немножко в каком-то оцепенении, и я даже, несмотря на то, что погода просто зашибенская, не могу проснуться. Я, конечно, скептически отношусь к предложениям, а давайте соберем французам денег. У французов нормально с деньгами, получше, чем у нас, я бы сказала. Конечно, это сюр. Вот. Значит, а что я хочу вам сказать? Во-первых, берегите друг друга, правда. Во-вторых, чаще думайте о душе. И это не праздные слова, это вот просто факт. Вот чаще думайте о душе. В этой суете, в этой какой-то сиюминутной ругани очень марается что-то важное внутри. Думайте о душе. Я еду на работу. У меня сегодня прием в компании Гордон и сыновья юридической. Вы помните, что если у вас есть любые юридические вопросы, у вас есть ваш личный питбуль. Ну, а кроме войн, помните о том, что на сердце должен быть мир. Как-то так. Хорошего дня от невыспавшейся Гордон.